Сергей Ковбель, штангист из Ноябрьска, подтвердил свое звание сильнейшего в России. Тяжелоатлет блестяще выступил на всероссийском первенстве в Анапе и завоевал золотую медаль. Держать! Вес Сергея 108 килограммов, а состязался он с соперниками в 160 килограммов. В группе тяжеловесов габариты штангистов имеют значение. Тем не менее, ноябрянин выходил на помост последним в обоих дисциплинах и поднимал самые тяжелые в турнире веса. На данных соревнованиях мне хватило сделать рывок 150 килограмм, толкнуть 200 килограмм. То есть я сделал по подходу, по одному, не напрягаясь. Сергей во время тренировки толкнул 220 килограммов. Этот рекорд здесь, в зале, до сих пор никто не побил. Абсолютный победитель! Про штангиста многие жители Ноябрьска узнали в день города, когда силач взял на буксир автобус весом в 10 тонн. Спортсмен общителен, любит шутить. Тренер и одновременно брат Евгений Ковбель рассказывает, что когда речь заходит о работе со штангой, Сергей очень серьезен. С ним достаточно тяжело работать, потому что у него взрывной характер, его харизма. Он не поддается какой-либо команде. Почему? Потому что он привык работать я сам, я могу. Победитель первенства приобщает к спорту и 7-летнего сына Мишу. Мальчик занимается тяжелой атлетикой и ходит на бокс. Юный спортсмен хочет, как папа, стать чемпионом. Победа в Анапе позволила Сергею войти в сборную России. Сейчас он планирует участвовать в первых играх дружбы, которые пройдут в 2024 году. Руслан Чулпанов, Юрий Здебский. Времени мало. Ноябрьск.